122-й театральный сезон в Шадринском драматическом театре открыли современные притчи. Пьеса «Земля Эльзы» написана молодым драматургом Ярославой Пулинович. Иносказательно, в не совсем привычной для шадринского зрителя манере, актеры показали историю Эльзы, впервые полюбившей в 76 лет. Эту роль исполнила Юлия Батурина, новый главный режиссер театра. Она хорошо известна зрителям по спектаклям «Чмори», «Кривизор», «Приснись мне», «Бег за женами» и «Гроза». Это первый актерский дебют Юлии Владиленовны на шадринской сцене. В роли главного режиссера увидит, что я, наверное, не только умею руками махать из зала и командовать, а все-таки я знаю, что такое актерская стезя, что это не очень просто. С меня за весь спектакль спадает 7 потов, и меня нет только в одной сцене, я не успеваю попить. И это мне очень полезно, побывать в шкуре артиста. Режиссером спектакля выступил Петр Незлученко из Серовского театра драмы, уже знакомый шадринцам по спектаклям «Королева красоты», «Женитьба», «Звездный час по местному времени». Было небольшое волнение от того, что это старт, да, мы начинаем с нее, как бы такая добавка такой ответственности была, вот, ну, вроде бы, как я сегодня понял, что все случилось, старт дан. После спектакля театр с началом нового сезона поздравили официальные гости. Директор театра Павел Солодухин сообщил, что благодаря программе «Культура малой родины» удалось не только поставить спектакли. В театре обновили звуковое и световое оборудование, а вскоре заменят и софиты. Также зрителям рассказали об изменениях в составе театральной труппы. Это новая актриса Виктория Кривдина и Надежда Малышева, которая вернулась в стены родного театра спустя 4 года. Следующей премьерой станет комедия «Блэс», которую ставит актер театра Иван Карпов. Этот спектакль зрители смогут увидеть уже 2 ноября.